8 мая 2013 года. Канун Дня Великой Победы. Совсем скоро стемнеет, и вечернее небо озарится не разрывающимися снарядами и бомбами, а тысячами свечей. Это все благодаря ним и в память о них, героях, которые в далеких 40-х сохранили нашу родину свободной. В Чебоксарах, как и во многих других городах страны, прошла акция «Свеча памяти». Это мероприятие уже стало традиционным в нашем городе и вообще даже в республике. Сегодня еще в Новочебоксарске есть подобная акция «Свеча памяти». Это акция добровольчества. То есть захотел – пришел, никого не заставляют. Ветеранов становится все меньше и меньше. Мы все равно их помним, мы их чтим, они всегда в нашем сердце. Ветераны, студенты, ученики школ, родители с детьми слились в огромную колонну и направились к монументу славы. И это, пожалуй, главное доказательство. Никто не забыт, ничто не забыто. Это очень важная, добрая, нужная акция. Она объединяет всех нас. Она объединяет молодое поколение и старшее поколение. «Где бы ты ни был, куда бы ни торопился, зажги свою свечу и присоединяйся», – призывали организаторы. У вечного огня загорелись около 2000 маленьких, но очень важных огоньков, которые также символизируют неугасаемую память и славу героев. А мы пришли с малышом показать ему, какие мероприятия здесь проходят у нас, рассказать ему о том, что была война. Рассказать о героизме наших солдат, которые защищали русский народ, чтобы он знал тоже историю нашей страны и всегда помнил о бабушках и дедушках, которые воевали за его счастливое детство. Нельзя забывать о таком великом событии, потому что они сражались для того, чтобы мы жили, за нашу свободу. А здесь, чтобы отдать дань памяти погибшим в этой войне, поблагодарить всех живых. Я не ожидал, что будет столько молодежи. И они сюда пришли не просто, на самом деле, потусоваться, я считаю, а именно по зову, наверное, сердца. 9 мая пройдет, свечи потухнут. Главное, чтобы пламя осталось в сердцах. А помнили и гордились не только в праздник под залпы салюта.